Равняйсь смирно. Сегодня для первокурсников северокавказского филиала АНО ПАУ Санкт-Петербургской академии милиции имени Щелокова важный день. Для них проходит торжественное принятие клятвы в Каспийской гимназии номер 11. В актовом зале собрались представители госструктур, а также родители и педагоги ребят, чтобы поддержать их в этот ответственный момент. Уважаемые друзья, студенты, преподаватели и гости нашего филиала, мы рады приветствовать всех, кто пришел сегодня на эту торжественную церемонию клятвы студентов северо-кавказского филиала Санкт-Петербургской академии милиции имени Щелокова. Ваше присутствие здесь говорит о том, что вы выбрали правильный путь. Под встречный марш в исполнении военного оркестра краснознаменной Каспийской флотилии состоялся вынос флага России и знамя Академии, после чего традиционно прозвучали гимны страны и Дагестана. Далее состоялось принятие торжественной клятвы верности выбранной профессии российскому государству и народу. Торжественно обязуюсь продолжить их святое дело. Пусть моя честь и совесть, но не страх наказания будут в том нерушимой порукой. И пусть торжество силы закона будут целью моей жизни. Так будет всегда, какой бы жизненный путь ни избрал я в дальнейшем. После произнесения торжественной клятвы первокурсниками директор Академии Магомед Лахиялов поздравил ребят. Почетными гостями мероприятия стали президент Дагестанского регионального отделения Международной полицейской ассоциации Багаудин Дибиров, кавалер ордена мужества Низамудин Рустамов, народный артист Дагестана, вахмистр Терского казачьего войска Марат Тимохин и многие другие. Завершился праздничный день выступлениями воспитанников детской школы искусств имени Сергея Габабова и Дома детского творчества города Каспийска.